Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Лара Крофт Легенда. Ну так, что у нас здесь? Давайте. Далее. Представленные зипом координаты указывают на дебри дождевых кого-то там. Пока никаких следов Ратланда. Нам удалось узнать, что он тут делал? Нет, но есть еще кое-что. Винстон сказал, что твой отец разрабатывал это место еще до твоего рождения. В этом нет ничего удивительного. Случается время от времени. Так. Какое оружие у меня? Ага. Вперед. Вот здесь в кустах может, кстати, он быть. В легкую-то не видно ни хрена, потому что... И вот мы прибыли. Подождите, я сохраню на всякий случай. Да, до этого была Япония. Сейчас у меня Африка. Красиво. Африка. Если с остальным не сложится, я смогу заняться открытками. Да, открытками. О, вы только посмотрите, как эти термиты тут все изгадили. Это никуда не годится. Похоже, они вошли не с этой стороны. Есть идеи? Посмотрим. Мне лучше всего думается, когда я прыгаю с обрывов. Да, да вот что-то... Какая потрясающая конструкция. Конструкция. Ой, блин, прыгаю с обрывов, мне что-то неохота прыгать вот тут. Ага. Подожди-ка. Вот я-то думал. Ага. Это с другой стороны надо. Давай, давай, вылазь. Вон, кстати, еще одна. Ладно, сейчас соберем. Всех их вместе соберем. Почему так медленно-то? Наверх, 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 наверх. Давай, дальше плывем. Че мне эти медальки дают, я не знаю, честно скажу. Интересная конструкция. Что-то конструкция делает. Вода замечательная. Я так скучала по Гане. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ага. Подожди-ка. Не дает, да? Понятно. Что-то где-то разрушено. С этой стороны. Вон, кстати, еще одна. Давай, давай.
пролазит. Не пролазит. Когда я прыгаю с обрыва, да, значит, тебе лучше всего думается. А тебе не думается? Больше ни в каких других ситуациях. Так. Давай, 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 давай. Блин. Значит, там надо как-то течение изменить, либо оборвать. А, во! Понятно, вот оно так и делается. Ага. Давай. Не идет. Заходим наверх. Ага. Мост сделали. Ну и течение, как я думаю, убралось. А, вот куда мы дели храм. Куда дели храм? Эффектно, но не практично. Закон жизни. Ты куда пошла? А ты, я смотрю, времени зря не теряешь. О, смотрите-ка, это же Ратланд. Не желаешь спуститься поболтать? Только если ты меня подстрелишь. Удаленные отношения обычно заканчиваются плохо. Я бы пожелал тебе удачи, но... сама понимаешь. Ничего, я не понимаю. Алистер должен на это посмотреть. Он все еще пытается выяснить, откуда взялись эти обломки меча. Пока здесь только мы с тобой. Так, подожди. Давай, 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 давай. Выплываем. Давай. Все. У всего есть следствие и последствия. Контрольная точка. Блин. Смотрю, что у нас внизу есть. Да нету ничего. Подождите. Что-то не так. Ну-ка. Разбег. Не хватается. Может, я не успел что-то сделать? Еще разок. Блин, там он не плывет. Значит, надо успеть хоть схватиться как-то. Блин. Давай, 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 давай. Ну, и что там за древний артефакт?
Он совсем не древний. Парни Ратланда, наверное, ездят на нем. Блин, не так. Я же... Почему ты не хватаешься, тварь? Ну-ка, ладно. А если я ничего делать не буду? Так. Вот так. Я уже это видела. В записной книжке отца. А что, отец? Он был здесь. Он все еще где-то здесь. Где-то здесь и где-то тут. Ага. Не очень эффективно для ловушки. Она не работает. Что-то заклинило. Так, что-то заклинило. Так. Ой. Да подождите вы. Блин. Кажется, это колесо заклинило. Мы можем так и не узнать, для чего оно. Эту колонну трудно сдвинуть. Я заставлю колесо вращаться. Давай, куда тут? Куда? Что еще возможно? Вот так. Ой. Колесо заработало и все пришло в движение. Поздравляю, твое желание исполнено. Теперь это место ловушка. Ему нужна была женская ласка. Теперь мне второе колесо надо еще как-то привести в движение, чтобы оно стало тоже ловушкой. Так, и как бы это мне сделать? Тут как-то это все было... Вау, смотрите, скорпион! Класс! Там кто-нибудь есть, наверное. Итак, первое колесо мы вернули. Да. Ну
Это вот откуда мы пришли. Так. Ага. Некс. Бежим сюда. Крутись. Сильней крутись. Давай. Покажи, на что ты способна. Так. Ага. Ну-ка еще разок. Крутись, крутись. Вот так. Так. Мне надо сюда, да? Чтобы пройти через эти ловушки, их нужно активировать. Только ты можешь так думать. Мне это не нравится. Что за жизнь, если в ней нет опасности? А что ты не поймала-то? Так. Ага. Вон оно что, Михалыч. Немного мне так придется. Блин. Ладно, сейчас посмотрим. Блин, так-то. Ну, я понял, как всю эту штуку сделать. Только как-нибудь попроще. Можно это упростить задание. Давай, давай, давай. Вот, например, прыгнуть отсюда откуда-нибудь. Нет? Блин. Нет, придется все-таки лезть. Неси сюда тележку, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Тинь, 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 тинь. Так. Давай-ка тебя развернем. Нет, вот так развернем. Давай, 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 давай. Раз. Два. Нет, 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 вот так. Вот так. Раз. Ага, мне туда надо. Там что-то есть. Туда залезть надо. Давай. И что же он нам там мешает?
запустить колесо. Вау. Структуры сыпятся. Контрольная точка. Хорошо. Давай. Посмотрим, что же нам мешает запустить это колесо. Ну так-то да. Ступеньки разрушены. По гробнице. Почему все время по гробницам лазят? Все гробницы уже, по идее, так-то открытые. Этот канал ведет прямо к колесу. Откуда она находит эти гробницы? Без пары тысяч колонок воды это колесо не заработает. Другого способа все равно нет. Так, контрольная точка. Ну, вода и так бежит. Что еще надо-то? Усилить поток. Вау. Давай. Что-то я понять не могу. Как там вода льется? Так, мне что-то надо здесь сделать. Понятненько. Можно было не убивать его, а так затопить поди. Этого гепарда, леопарда или кто он там. Или нет. Ну собирай. На. Собрал. Так. Это какой-то молот. Получится, если я под него залезу. И прыжок. Прыжок, прыжок, прыжок. Так. Давайте-ка я сохраню вот здесь вот. Не совсем, конечно, понимаю конструкцию здесь. А, все, понял, надо открыть. Ну, это-то понятно. Только ни хрена не понятно, как это, конечно, должно все действовать. Все эти древние механизмы. Так. Можно как в одну, так и в другую, да, сторону идти. Что-то я не совсем понимаю. Ага. Головоломки такой небольшой. Тихо, подожди. Не залезь. И еще разок. Ага. По бревнам она не скачет. Поэтому можно будет пройти только в окружную. Сюда тоже смысл. Давай посмотрим вниз. Как я понимаю, сюда. Сюда. А куда ты?
Все, вниз падай. Тянем, тянем. Нас вынесло. Вот сюда. Она сюда вроде как и надо, да? Так, а куда вот нам сюда-то надо? Давайте смотреть, куда поведет. Кстати, какие-то костюмы, где-то написано, что могу примерять. Надо только зайти. Так. Ой-ой-ой, как я его уполовинил-то. Да какую половину? Почти что убил себя. Здесь такая же, да, система? Один блок больше, другой меньше. Хорошо. Ждем. Подожди. Он поднимается. Так. Да куда ты прыгаешь-то? Вот ты балда, блин. Че, не можешь назад прыгнуть? Так, ну это мы видим. Закрыто. Так. Чтобы поднять вот этот механизм, нам надо вон туда попасть. Ну, как мы знаем, посюда туда не попасть, поэтому надо в окружную все идти. И в окружную начинается вот отсюда. Вон. Вот так вот. Не будем сиськи мять. Так. Давай, давай, давай. Тяни, тяни, тяни. Ну, тяни, тяни. Нет, мне надо туда попасть. Блин, ну как? Сложноватенько, конечно, так все это высчитывать. Выгадывать да выкраивать. Хопа. Хопа, контрольная точка, так. Вот с этим у нас уже проблем нету. Научились этой херней пользоваться. Так, один шаг вниз. Один шаг вверх. Ты только не падай. Ага. Обманочка такая. Да не надо тебе туда. Тебе надо вот сюда и вниз. Сюда и прыжок. Потом наверх. И прыжок. Вот так. Все, видишь? Ну-ка, сохранить. Мне не лазил так давно. Опа. Уронили. Это что такое?
Подождите, подождите, а где-то тут статуэтки разве не было никакой? Или мне это казалось? Или мне сюда еще раз прийти надо? Давай, давай, давай. Так, блин. Вот так. Понятно. Так, подождите, мне что, надо спуститься? И как-то мне ее туда поставить. Подожди, ладно. Кое-что есть в голове. Что-то я немножко не то делаю, как я думаю. Так, мне этот булыжник как-то можно наверх затащить вот. Блин. Значит, мне здесь на скорость надо по ходу дела. Так, ладно. Ждем, ждем, ждем. Давай, 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 тяни, 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 тяни. Вот так, успел. Что-то где-то, что-то я успел, ага, вот так. Неплохо. Думаешь, колесо все еще вертится? Посмотрим. Вот, мне что, в воду можно прыгнуть уже? Хотя что прыгать-то, вот можно же спуститься. Давай, давай, давай. Хопаньки, хопа. Подожди, подожди. Подожди. Давай. Слазим потихоньку. Я даже не буду рисковать. Не знаю, как там вода, куда льется, бьется, что оно там делает. Будем аккуратненько. Не будем рисковать. Вниз. Да нет, вбок. Ага, ты. Понятно, пока вот так не встанешь, ты, значит, не прыгнешь. Понятно, все с тобой. Давай. Ну вот, колесо крутится, ловушки запустились, а теперь нас ждет сюрприз. Проходи, Лара, как хочешь. Гораздо лучше. Послушай, ты меня пугаешь. В таком случае закрой глаза. Извращенный мозг. Ладно, сейчас доедем. Давай, крутись, вертись. Блин, как она руки не намозолила еще? Это ж натереть можно. Давай.
Ко мне, ко мне. Хопа. Давай, 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 давай. Не хватало, чтобы ты еще здесь померла. Так, надо сохранить тебя, чтобы я там не лазил больше. Вот так, кувырками, кувырками. Их не миновать. Так не пойдет, Лара. Если одна из этих штук только коснется тебя. Я знаю. Значит, их нужно как-то остановить. Вот так. Вот такой я молодец. Теперь так больше не строят. А их никак и не миновать, что ли, было? Почему? Плазмя как пал на пол и ползет, ползешь, ползешь. Че, Индиана Джонса не смотрели, где он там плеткой остановил такие же. Кнутом. Ну вот так, труп туда только. Протащили, подожди. Тут надо. Ой. Это-то не сложно. Их не миновать. Так не пойдет, Лара. Если одна из этих штук только коснется тебя. Я знаю. Значит, их нужно как-то остановить. Ну, подождите вы. С собой могу даже куфу тащить. Теперь так больше не строят. Или мне реально придется прыгать там. Блин, придется прыгать. Бегом давай! Нужно установить такие же дома. Ты хочешь, чтобы я отсюда съехал? Ох, контрольная точка, слава богу. Ну-ка. Где? Сохранить. Такое дело надо сохранить, чтобы я еще раз через эти пики лез. Ну, пойдем. Смотрим. Наступай на что-нибудь, давай. Что это? Ты что-нибудь слышишь? Я что-то чувствую. О, черт! Нет! Блин! Быстро же меня задавили. Подожди, нет, не, мне сюда надо. Что-то чувствую. О, черт! Нет! Да, блин! Так, надо будет как-то это, если сейчас не пройду, смонтировать на других разах, где я прохожу. Слышишь? Я что-то чувствую. Камень слишком быстро приближается. О, черт, нет! Вот так. Ну точно Диана Джонсов там набрали. И шары, и все препятствия. Как я скучала по Гане. Чудом избежала смерти, как я погляжу. Вот так, Алистер.
Ты узнал что-нибудь о фрагменте меча? На самом деле сразу несколько вещей. Я попробовал по рисункам на артефакте представить, как могло бы выглядеть все изображение целиком, и вывел следующее. Оп, у нас проблемы. Алистер? Так. Куда мне идти, я не знаю, ладно. Сохраню. Что-то Африка мне как-то... Как вниз куда мне, зачем? Что, еще что-то наверху есть? Давайте вниз, может, сходим. Я не знаю, что здесь делать, конечно. Можно и вниз сходить, посмотреть для начала. Взглянем, что там есть. Во! Штука, которую мы собираем. А теперь, в любом случае, мне наверх, да? Или вниз еще. Блин, ну-ка давайте посмотрим цели. Боливия, Гана. Предоставленный Зимпл координат указывает на это факты. Цели. Сводки предоставления так Зимпл координат указывает так хрен сум. Главная цель — добудьте фрагмент меча. Схватите Джеймса, подайте воду на второе колесо. Ну, я же подал воду на второе колесо, уже все. Просто куда мне надо, наверх или вниз? Для начала наверх. Решено. Потому что, как я понял, внизу местность большая, поэтому наверх. Хоп. Хопа. Давай-ка еще. Куда ты? Куда я не смогу, да, пробраться? По крайней мере, сейчас это точно. Все, понял, почему я умер в прошлый раз. Я думал, я где-то сорвался. Оказывается, нет, оказывается, на меня упала штука. Я думал, это я был виновником своей смерти. Оказывается, нет, я не причастен. Так, а вниз-то тоже не стоит. Сюда, сюда. Вот так вот надо. Раз, два, три. Вот Зип, так. Алистер, вы меня слышите? Ага. А вниз мне можно было, значит, нравится. Побродить. Ну да и хрен с ним. Я уже забрался наверх. Опа. Зип, ты где? Алистер? Столько спутников и компьютеров, а разговаривать все равно приходится с самой собой. Я даже не знаю, куда мне тут надо-то. Ну, раз она линейка, значит, у меня только один путь. Вот сюда. Ну, не так, конечно, маленько, ну что ж. Давай-ка, откуда начинаешь?
Вот сюда, маленько сдвинься. Давай. Раз. Поехали. Ага, не так все просто. Давай. Вот так. Немножечко сюда. А стоять, стоять, стоять. Развернись. Вот так. Эй, ребята, вы меня слышите? Давай, давай, давай. Что они делают? Успел. Успел. Так, ну вот сюда, значит, мне надо. Точно сюда. Значит, надо вниз было слазить и порыться там. Ну, хотя, хрен на них. Как я уже говорил. Конфетка, этого что ли? Тут быть не должно. Украшение. Моей дорогой Амелии. Твой навеки. Ричард. Это моя мама. Ну, конечно, твоей. Чей же еще? Зип, ты меня слышишь? Где же ты? Где же ты? Где? Так, а я откуда пришел-то? Я отсюда пришел. Вау, в темноту. Ну что ж, вперед, пойдемте тогда фонарик включу. Посмотрим. Вот так. И еще разок. Вот как хорошо, когда в экипировке все это есть. Это что такое? Ой. Ну-ка. Что-то не понял, это что было-то? Прибежал, чтобы сдохнуть? Чего сдох? Где-то что-то сработало. Ай-яй-яй-яй. Как вообще здесь оказались? Так. Давай-ка сюда. Хоп. Хоп. Блин. Ну, неплохо, неплохо. Давай, девочка. Покажи им всем говнюкам, что ты лучше. Так, стрельба, осторожно. Вот стрельба-то мне здесь и не нужна сейчас. Так, а интересно знать, если я вот сюда сейчас уйду. Подожди.
Итак. Залез я на форумы. Узнал, оказывается, это такой баг, когда мост сломан, он должен быть целый. Но люди пишут, что по этим веревкам вполне реально лазить, и я только что действительно залез на две веревки. Поэтому и оп, вперед. Давай. А куда ты? Да подожди. Подожди. Вот так вот встану, чтобы... Он что, хорошо стреляет? Да, появится под дивизию. Давай, 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 давай. Стоять, ага, ага, ага. Сейчас возьмем автомат. Надо пристрелить тебя, я так думаю. Чтобы в дальнейшем нам не мешался. Тихо, тихо. Итак. У меня получилось запрыгнуть один раз. Получится второй. Так-то тут должен мост быть. Не-не-не-не-не-не. Подожди, 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 подожди. Нет, вот так. Вот так. Может быть, я и сразу бы смог бы туда перепрыгнуть. Ну, я так рисковать не буду. Так. Давай. Вот, все. Видите, можно перепрыгнуть. Можно. Блин, я даже не знаю, сохранится, не сохранится. Я сохранюсь на всякий случай. Мало ли, вдруг это где-нибудь, когда-нибудь мне поможет. Так. Так, что у меня там? Поменять. Это гранатами, да, стреляться буду? Ну, даже не знаю, стоит ли менять. Три гранаты. Нет. Я уж... Лучше с автоматом. От него хоть патронов больше. Да. Господи, чуть не сожрал меня. Тигр. Ну давай, куда нам? Сюда. Залазь, залазь, залазь. Подожди. Мне было этот шар надо надевать. Ага. Все понятно, что мне надо делать. Хоп. Хоп. С этой-то стороны нету что. Есть! Блин. Только не надо мне. Фух. Так, сохранить. Конечно, сохранить. Окей. Подожди. Тихо. Ты что, только не говоришь, что ты неубиваемый. Минутку. Все.
я не понимаю. Тут... Ну-ка, давай. Ползи наверх. Наверх, 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 наверх. Вон оно, что, Михалыч. Ну ты где? Вот так, вот. Сюда, сюда. Смотрим. Понятненько. Шары-то откуда выпадали-то? Бог его пойми. Давай, до конца, до конца, до конца. Лара, значит, ты тоже явилась за ключом Галали? Превосходно. Попробую притвориться, что не знаю, о чем ты. О, ты знаешь. Это то, что соединяет осколки меча. Штуковина размером с кулак. Если верить Аманде, она тут. Что ты знаешь об Аманде? Где она? Хм. Так значит, твой отец проводил тут какие-то раскопки, да? Знаешь, Аманда подумала, что, возможно, он отыскал ключ. Я не знаю, о чем ты говоришь. Лучше расскажи мне про осколок меча, которым ты так любишь размахивать. Ха-ха. Ну, я уделил этому немного времени и кое-чего добился. Позволь, я тебе покажу. Хорошо, сделаем по-твоему. А как тебе вот это? А? Черт побери, Лара! Что, хотела бы уметь так? Что, хотела бы уметь так? Хорошо, сделаем по-твоему. Хорошо, сделаем по-твоему. Черт побери, Лара! Хорошо, сделаем по-твоему. А как тебе вот это? А? Так. Черт побери, Лара! Подожди, подожди, подожди. Черт побери, Лара! Что, хотела бы уметь так же? Черт побери, Лара! А как тебе вот это? Давай. А? Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? Ну, подождите. Хорошо, сделаем по-твоему. Хорошо, сделаем по-твоему. Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так же? Так, я что-то понять Хорошо. Не могу. Сделаем. Как его убивать, если он пополняет жизнь? Хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь подожди так ты. Же? А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? Хорошо. Сделаем по-твоему. А как тебе вот это? А? Не Черт понимаю, побери, Лара. Как тебя там? Что, хотела бы уметь так же? Черт побери, Лара. Хорошо. Сделаем по-твоему. Черт побери, Лара. Хорошо. Сделаем по-твоему. Ты даже не представляешь, что раскопала Аманда. Ага. Вот так тебя и надо долбить. Ее в параиса. Хорошо. Сделаем по-твоему. Хорошо. Сделаем по-твоему. Что, хотела бы уметь так же? Хорошо. Сделаем по-твоему. А как тебе вот да это? Подожди ты. А? А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? Хорошо. Сделаем по-твоему. А как тебе вот это? Но гранатами. А, у тебя тоже есть? Мои больше. Не трати, Лара. Спорим, что у тебя их немного. На, гранатами, значит. Я ведь правда тебе не враг, Ратланд. Это я уж забыл про гранаты даже. С тем, чтобы соединить и разъединить их снова. Ключ Галали? Я... Полагаю, ты не захочешь рассказать, откуда они взялись? Крестовые походы? Король Артур?
Я не интересуюсь историей. Ну что ж, тогда почему бы тебе не остаться здесь и не подумать о своем будущем? Но сделай так, чтобы меня в нем не было. Может, твой отец и не нашел ключа Галали. Но Аманда этого не знает. И сейчас она находится в твоем особняке. Надеюсь, у тебя хорошая страховка. Лара! Наконец-то! Я пыталась дозвониться целую вечность. Что случилось? Эта женщина вломилась через парадную дверь. У нее было какое-то... Даже не знаю, что это было за чертовщина. Это было как черный дым. Я скоро буду. Нет, у нас все в порядке. Следует за ней. Она направляется за еще одной частью меча. Что? Куда? В Казахстан. Я нашел фото. На нем есть те части, которые ты уже нашла. Хорошо. Проведите инвентаризацию. Попробуйте найти нечто под названием «Ключ Галали». А мне тем временем предстоит сменить климат на более холодный. Оденься потеплее. А я хочу померзнуть. Так, ну все, вроде. Ну что ж, на этом наконец-то все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!